Добрый день. Я менеджер по продажам. Закончила школу экономики управления организациями города Салоники, а также Славянский педагогический университет в Украине. Работала в крупных компаниях в Греции, Великобритании. Нынешняя моя работа позволяет совмещать любовь к общению, познанию и открытию для себя райских уголков этой земли. Думаю, что единственным предназначением человека является счастье. Приходит это через самопознание. Я в Греции уже 18 лет. И хочу сказать, что аура этой страны послужила именно движущей силой на пути к поиску своего «я», оставляя в стороне все стереотипы. Еще Жан-Жак Руссо твердил: «Искусство быть счастливым – сознавать, что счастье в твоих руках». Я люблю свою Грецию за ее историю и мифы, за ее мудрецов и глупцов, за ее море и солнце. Я люблю ее за то, что она подарила нам знания о демократии, и за то, что именно здесь я могу повторять так осознанно фразу Вольтера: «Я могу быть несогласным с вашим мнением, но я готов отдать жизнь за ваше право высказывать его».